Приветики всем моим косметоманчикам. Сегодня для вас несомненный фаворит всего этого месяца. И где-то с осени я пользуюсь вот такими двумя яркими палетками. А это новенькая, которой я пользовалась еще мало. Но здесь такие цвета очень экономные, матовые, которые и по сей день как-то очень мало заканчиваются. То есть она на вид новенькая прям. Больше всего люблю сочетание вот этого розового с вот этим коричневым. Это вообще беспроигрышное сочетание, рекомендую его больше всего. Если вы любите нежный макияж, ну, такие в свадебных, вы замечали, может быть, все смотрели разные туториалы, делали и делают, и будут делать девушкам вот такие нежные макияжи с розовым сочетанием и коричневым. Вот такие вот более темно-коричневые, тут он смотрится зеленоватым, ну, такой вот именно насыщенно-коричневый и розовым. Это беспроигрышное сочетание. Если хотите чего-то яркого, то вот салатовый, морской волны, синий, темно-синий, отличные цвета, и вот такой фиолетовый, они очень яркие и хорошо передаются. Вот этот персиковый цвет больше хорошо как румяна. Вот этот розовый, он более насыщенный, чем этот. Если вы хотите чего-то чуть более яркого, тут, пожалуйста, вот розовый и коричневый. Вот этот коричневый очень хорошо отдает в рыжину сильно, если вы любите такие оттенки. Белый, отличный цвет под бровь. Желтый вот этот вот и оранжевый, они такие повседневные, очень легко передаются. И вот такие темные, которыми я еще не пользовалась здесь, но в той палетке, естественно, пользовалась, у меня есть опыт их использования. Это вот такие оттенки серые, идеальные, если вы боитесь каких-то более смелых макияжей, или если вам нужны какие-то просто такие небольшие смоки. Вот темные серые оттенки просто для вас. Голубой этот цвет просто идеальный для выбеливания всего века, если вы любите такие макияжи, хотите подчеркнуть именно темноту в ваших глазах. Такие сделать их более коричневыми, что ли, более карими. Если у вас есть такой оттенок в глазах, то вот вам поможет вот такой оттенок, вот такой и, или просто белый. Дальше смотрите, сколько я использовала здесь пудры. Прям ямка здесь огроменная. Эту пудру очень хорошо использовать вообще вместо тонального крема. Она настолько хорошо перекрывает, да? Эти румяна очень люблю. Румяна персиковая. Очень хорошо подойдет, я думаю, большинству славянских цветотипов. И вообще, персиковые румяна – очень универсальные румяна. Я их любому человеку, мне кажется, могу нанести, и это будет замечательно просто. Любому человеку посоветовать нанести. А вот такие розовые, с ними надо быть очень аккуратными и осторожными. Яркие барбишные цвета я сама не люблю. Вот я здесь их и не использую. Дальше вот такие цвета для бровей. Вот этот больше использовала. Если яркие макияжи, обязательно вот этот цвет. Это просто палетка универсальная. Вам нужно сюда только тушь докупить. Все. У вас за меньше, чем за $5 вот такой вариант получается. Больше вот просто вам ничего не надо. Вот любите яркие макияжи, пожалуйста. Одна палетка. Она там очень годна долго. То есть, если вы ее получили, допустим, я получила осенью, то она еще годна до 2000. Сейчас, подождите, я вам доказательство покажу коробочку. Так, так, я что-то сбилась. Значит, она у нас годна до 2021 года, да, до 15 декабря. Ну, считайте, практически до 2021 года. Такая у нас палеточка, храню из-под нее коробку, такую красивую. Это фирма Дани, производитель, который не побоялся назваться собственным именем, не делал никаких копий брендов. Это абсолютно универсальная, неповторимая палетка китайская. То есть 21 цвет, 2 цвета для бровей, 3 цвета lip gloss. Да, здесь есть также эти помады, 4 штуки. Производитель, который не побоялся никого-то, ну, не копировал никого, ничего, полностью создал свое имя с нуля. То есть она такая уникальная на Али. Продукт, за который можно ручаться. Она очень красивая, эта палетка. И она очень плотно защелкивается. Это ее, я считаю, очень хорошее и большое преимущество. Смотрите, здесь прям такая голограмма из слов Дани. Все эти буквы так вот переливаются, особенно при вспышке. Ну, видно, да? Такая голограмма прям. Professional Makeup. И что тут у нас есть сзади? Это у меня второй вариант. Там всего 2 продавца. До того, как я начала вести канал, была еще палетка у меня 01 номер. Такие более металлические оттенки. Очень классная. На молодое веко супер. На более взрослое веко, если вы более возрастное веко, если вы любите яркие макияжи, я рекомендую именно второй оттенок, потому что вот эти матовые цвета так прекрасно сглаживают морщинки, что их как будто у вас никогда не было, не будет и на данный момент тоже нет. В общем, вот такая классная палетка, которой у меня есть опыт использования, и я вот могу вам
без стыда показать еще вот такую новую ее. Потому что у меня уже была одна палетка. Если посмотрите мои старые видео, будете удостоверены, что я пользовалась уже такой палеткой. Ну, вот эту приятно просто показывать. Она очень, очень надолго хватает. И здесь также в палетке есть охренительное зеркальце, которое очень хорошо отражает. Я вам как показать вам. В общем, она тут немножко заляпана моими пальцами, но это не страшно. И, в общем, единственное, вот я в этой палетке не использовала вот такой барбишный оттенок розовый. Вот эту использовала, вот эту, вот этот оттенок не использовала для помадки. Помадки очень классные, очень приятные, очень-очень увлажняющие, просто восхитительные. И их вот я больше всего рекомендую на лис из помад. Вот это вот мне очень нравится оттенок, вот этот последний, здесь рядом с цветами для бровей. Все, всем спасибо, что смотрели. Лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч, всем пока!